Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Ես հաճախ լսել եմ կարծիք, որ այո, գիտականորեն ընդունված այն կարծիքը, որ մոտ 200 տարի առաջ է, հա, երևույթը ի հայտ եկել, բայց դա չի վերաբերում, ասենք, հայերին կամ հրեաներին, որովհետև մեզ մոտ մի քիչ ուրիշ պատմություն է եղել, այսինքն հենց օբյեկտիվորեն մեր նման, այսպես ասենք, ազգայնականության ձևավորման, անգամ եթե դրաում ազգայնականություն չէր, ճանապարհը մի քիչ ավելի ուրիշ է եղել եւ երկա է եղել, նման կարծիք լսել եք ընդհանրապես? Это правда, да, конечно. Есть отличие у разных наций, давайте так это назвать, да. Я почему все время оговариваюсь, давайте так называть, давайте сяк называть, потому что существуют разные теории внутри теории национализмов, и есть такие конструктивисты, которые говорят, что, строго говоря, людей нельзя называть армянами или американцами, или французами, или турками, а их правильно называть, вот если занудно, если на то, что подходить, людьми, считающими себя армянами, людьми, считающими себя американцами, людьми, считающими себя турками. Да, вот есть такая теория, что нация – это такой конструкт, который существует только у нас в голове до тех пор, пока мы так думаем. То есть мы его конструируем все время. Поэтому я вот так пытаюсь осторожно говорить, хотя понимаю, конечно, терминами говорить в этой передаче не следует, но вот извините, если так. Так вот, существуют некоторые случаи, и там у одного из теоретиков современных теорий национализмов, он делит старые нации и новые, Энтони Смит его зовут, он делит старые нации и новые нации и говорит о том, что в случае очень старых наций, в силу некоторых обстоятельств каких-то, это развивалось либо немного по-другому, чем у новых, у основного количества в Европе, в котором это началось, в модерн, либо это развивалось другим путем несколько. В этом есть смысл. Понятно, почему у армян это так, потому что у армян получилось с самого начала совпадение языка и религии. Религия и язык религии, они совпали, и они были присущи представителям одной группы, которая была в религиозном смысле одной группой, и в смысле высокого языка одной группой. Высокого, я говорю, потому что Грапарвити был языком письменным. Вот такая простая довольно загадка. Да? Вот скажите, пожалуйста, до, скажем, там, начала XIX века, когда еще не было ашхарабаров, когда не было литературных светских армянских языков, на каком языке могли бы разговаривать, скажем, не знаю, карабахец и гюмриец? Карабахец и гамшен. На грапаре ответ. Наверное, логичный, да? Сколько человек знали грапар в каждой деревне? В лучшем случае в деревне был священник, и, ну, в огромном большинстве случаев этот священник знал несколько текстов. Разговаривать на грапаре он не мог. А светского языка, школьного образования, радио, газет, телевидение и так далее, всего того, что появилось в модерн, и что сделало нации современными, как говорят теоретики модернизма, уже другого направления науки, национализмах еще не было. Соответственно, вот как они разговаривали. Так вот, когда это совпадало, то появлялось ощущение общности, говорят эти люди, не только религиозной, но и культурной. То есть вот был какой-то язык, на котором были какие-то тексты, люди, может быть, этих текстов и не читали, но дома лежал нарек, который лечил болезни, на который надо было накладывать руки, который никто прочесть не мог, но он был символом некоторой культурной принадлежности. Давайте подумаем, что в Европе при общности религии почти по всей Европе в средние века, да, католицизм или православие на востоке Европы, менять этничность было чрезвычайно легко. Ну, по какой-то причине, какой-то что, голод там был или что-то, или в плен взяли, и какой-нибудь белорусский человек переместился на 40 километров и попал в другой диалект, и это уже называется русский язык, и он русским станет в нулевом поколении.
француз, который такой же католик, где-нибудь в Савое переместился на ту территорию, где живут итальянцы, или наоборот, и стал итальянцем, опять же, в первом поколении. Испанец, португалец и так далее, и так далее. То есть это было чрезвычайно легко, и мы, ну, мы помним, да, английскую нацию основали люди, которые говорили по-французски. Есть хроники 14 века, то есть спустя почти 300 лет после завоевания Вильгельмом, завоевателем Англии, из которых следует, что люди за пределами Лондона, когда к ним приезжали из Лондона люди, думали, что они французы. Настолько они вот были франко-говорящие, да, ну, да, предки французского языка и так далее. То есть то же самое в исламском мире. Ну, ты кочевник, ты кочуешь, ты знаешь тюркский диалект, потому что ты кочевник. Когда ты приходишь в город на базар, ты говоришь по-персидски, потому что оседлые люди говорят по-персидски. Если у тебя случилась какая-то засуха, ты пришел в город и стал там работать, ты стал говорить по-персидски. Если, наоборот, ты из города ушел кочевать, ты говоришь по-тюркски. И так далее. То есть вот это все. В случае армян смена идентичности от начала смены религии. Смена религии в Средние века. Окружены были людьми другой религии и одновременно другого языка. Именно отголоском этого является наше сегодняшнее отношение к хамшенам, к тем хамшенам, которые мусульмане. Они армяне или нет, говорят нынешние армяне, и очень сильно спорят. Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1-6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։